Всем привет, с вами Музарубка. В интернете появилась следующая новость. Уехавшая в Израиль Лариса Гузеева выругалась матом после сообщений о ее эмиграции. Сейчас очень непростое время, и многие люди задаются вопросом, а как же стать счастливым? Совсем недавно я наткнулась в Ютубе на очень интересный документальный фильм, в котором рассказывается, как же стать счастливым. Я вам рекомендую его посмотреть. Там рассмотрены как философские аспекты счастья, так и практические. Обязательно посмотрите, чтобы стать счастливым. Ссылка на это видео будет в описании. Лариса Гузеева вместе со своим мужем Игорем Бухоровым несколько дней назад отправилась в Тель-Авив. Тут же появились слухи, что пара не собирается возвращаться в Россию. Уехавшая в Израиль артистка молчать не стала и сделала очень громкое заявление. Телеведущая рассказала поклонникам о своих планах, после чего разразилась гневной отповедью в адрес сплетников. Отъезд Ларисы Гузеевой в Израиль наделал очень много шума. 63-летняя телеведущая сообщала, что приехала на Святую Землю всего на неделю. Супруги остановились в одном из отелей на берегу моря. Однако поклонники знаменитости забили тревогу. Многие переживали, что их любимица пойдет по пути Аллы Пугачевой и останется в теплой стране навсегда. Ведь сейчас Гузеева в России почти ничего не держит, поскольку работы на Первом канале у нее пока что нет. Телеведущая еще в декабре призналась, что шоу «Давай поженимся» больше не выйдет в эфир. А проект «Голос 60+» идет лишь несколько месяцев в году. И вот слухи об эмиграции Гузееву просто взбесили. Артистке пришлось записать видеообращение к обеспокоенной общественности и прояснить всю ситуацию. Лариса Андреевна клятвенно пообещала, что по пути Примадонны ни за что не пойдет. Вот что она сказала. «Я сейчас в вечернем Тель-Авиве на берегу моря гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь». Вроде бы умиротворенно она начала, но потом ее просто прорвало. Она обматерила злопыхателей. «Какие же дебилы, которые собирают сплетни! Я, наверное, должна была в письменном виде отпроситься. Можно было мне вот столько пахать и улететь на 5 дней в безвизовую страну, теплую, к морю, или нельзя? Разрешения не спросила». Да, Лариса Гузеева всегда славилась своим таким взрывным характером. И вот видите, в ответ на обвинение она не стала молчать, а выступила с очень громким заявлением. Что вы думаете по поводу слов Ларисы Гузеевой? Напишите, пожалуйста, в комментариях, будет очень интересно узнать ваше мнение. Также, чтобы не пропускать новые видеоролики, обязательно подписывайтесь на этот канал и, конечно же, ставьте лайки под этим видео. И до скорой встречи!